Новое видео выходит каждый день в 20.00. Я, конечно, понимал, что GTA Sampa это достаточно старая игра, которую нельзя вот так, знаете, или нагружать модами, потому что она в любой момент может закрашиться, в любой момент может выдать какую-нибудь там ошибку и произойти все-все-все прочее. Но то, что произошло со мной, я просто, я охуел. Как вы можете наверное знать, как вы наверное уже видели, в предыдущем ролике была наикрасивейшая сборка от Empire. Спасибо ему за такие вот сборки, там без стиллеров без всяких хлоа-скриптов, которые вы знаете подгружаются, воруют у тебя там пароли от аккаунтов, там от ютуба, там перепривязывают ютуб, делают какую-то прочую хуйню и все все, все прочие вещи. Однако, однако знаете ли, в чем дело? Я охуел. Я вот прям, я на полном серьезе, я охуел. То есть время где-то там 9 или 10 часов. Нужно снять геймплей для там, знаете, основного канала, на котором выходят рекламные видеоролики. Я захожу... А, там в GTA мне пишет, типа мне выдается просто такая, знаете ли, беленькая окошечка, на нем черненькими буквами написано типа, а, там разрешение ниже минимального как я понял, и написано разрешение я не запомнил, что они написали, но вот самое яркое что я запомнил, это то, что разрешение ниже минимального, 640, там на 480, а, хотя у меня разрешение вот моего монитора, который там родной, который типа а, рекомендуется там по умолчанию ставить и все такое, там 1366 на а, 768 8, это типа 16 на 9, там я не знаю. HD или там микро HD, там еще какая-нибудь хуйня, не знаю. А, вот, и, типа, я вообще, нихуя не понял, подумал, ладно, а, запишу ролик там со сборки ДАПа со всяких каких-то прочих вещей, а захожу на сборку дапа, все нормально загружается, все нормально делается. Смотрю, блядь, А у меня, типа, знаете, пол экрана обрезано, даже не обрезано, как будто, знаете, в Сони а приближение работ, как будто бы у меня на пол экрана там что-то немного приближено. Я такой, я вообще не понимал, что, блядь, происходит. Ладно, думаю, возможно, баг какой-то там в GTA San Andreas, там еще где-нибудь, типа, возможно, просто совпадение, на то, что там и сборка Empire, вот с ней вот такое вот случилось, и со сборкой DAPO -а вот такое случилось. Думаю, ладно, поставлю там свое родное разрешение, ставлю свое родное разрешение, там, 1366 на 768, а у меня, знаете, по бокам появляются вообще какие-то черные полоски ебейшие, как будто я 800 на 600, блядь, играю. Я вообще нихуя не пол, типа ладно, сделал разрешение там э, ни тебе, ни мне, как говорится, 1600 на 900. С ним вроде как все было нормально, и даже вроде как это было, типа, э, как будто бы 1920 на 1080. Я типа смотрю, ну ладно, думаю, так оцениму геймплей, потом разберусь, э, что за хуйня происходит. Потом, блять, я просто э, захожу... В сборку отдапа у меня все моргает, все мерцает, блять, разрешение, как будто бы 800 на 600, такое, знаете, растянутое. Там а все вообще пиздец какой-то. Что пи... происходит, блять? Алло, я ч ебнулся? Я, чё, блядь, накурился или что? Что происходит, нахуй? Я вообще не понимаю. Думаю, блять, ну, наверное, надо там удалить вот это вот, знаете, GTA Sasset Это, ну, знаете, если быть таким вот максимально кратким, максимально каким-то. Uh, немногословным, да, это то есть все настройки вот вашей игры, это как, знаете, конфиг какой-нибудь там uh, в CS 1.6 или там в CS то есть GTA Sasset, вот этот вот файлик, это um, все настройки вашей GTA -шки. и когда вы устанавливаете какую-то новую сборку разумеется, что uh, настройки той сборки, которую ставил там uh, тот, кто собирал эту самую сборку они отличаются от вашего файла GTA Sasset случается какой-то конфликт, там вся прочая хуйня, но до этого у меня, типа, все было нормально, думаю, ладно, удалю вот это вот самый GTA сосет я его удаляю, а, захожу в сборку по разрешение 800 на 600 там стоит, ну типа все сбрасывается к стандартным настройкам, а, похуй захожу в настройки вот самой вот этой вот самой а, игры и всего прочего ставлю, типа 1920 на 1080, там, типа 16 на 9, full HD, вся хуйня у меня опять, как будто блять в Sony Vegas немного приблизили. Там, знаете, вот как а, с нижнего вот с этой вот с нижней грани, блять, немного справа, вот так вот приблизили, что же... Даже... Блин, логотипа резоны не было видно, то есть все так обрезано максимально было. Я думаю, пизья чуващи ёбнулся, блядь Ладно, похуй. Удалил абсолютно все сборки, которые у меня были. Зашел а, в документы, удалил а, вообще папку вот эту, знаете, GTA San Andreas users files там вместе со скриншотами, со всей прочей хуйней. Я подчистую все это удалил, потому что, ну, а нахуй это надо, да? Типа, ну, оно абсолютно а, не нужно. Думаю, что вот сейчас скачаю все, а, с чистого листа начну, все настрою. Там а, нашел еще одну сборку Empire, там что-то сборка версии а, там GTA 3, типа или вроде того, типа пародия на вот эту вот сборку. Я такой думаю, ну ладно, скачу я, попробую на ней скачиваю, захожу там, вообще два каких-то блять ебейших белых квадрата. То есть, я даже не там не, не белых квадрат, два белых каких-то прямоугольника. То есть, вот представьте, я вам даже наверное где-то вот сейчас, а если не поленюсь, там в фотошопе или еще где-то нарисую. Вот как у меня все было, вот типа там, вот черный экран, и слева сверху, два таких белых квадрата типа один в другом, это как какой-то, я не знаю, новый логотип Артемия Лебедева. Я на это все смотрю, и думаю, блядь, и, и блядь, со мной что-то не так, или, или, или что происходит такое, блядь, может у меня какой-то, я не знаю, взломщик на компе с РМС сидит там вместо того, чтобы аккаунт украсть там, или еще что-то сделать, чтобы вместо курсора мне какой-нибудь член поставить, он а, сидит, рофлит так надо мной, я, я вообще охуеваю, блядь, что происходит нахуй, я уже думаю, блядь, надо, наверное, на виндусности, я так ненавижу все это делать, типа, сносишь винду подчистую, там, ставишь все заново. Эти да, все драйвера, блять, ненавижу. Думаю, ладно, похуй. Скачаю там какую-нибудь чистую GTA а, с а, вот этого вот самого какого-нибудь а, сайта там вот по gta Скачал с а, рабского сайта Diamond Rally Play. Вроде как все установило, Они, конечно же, а, понадобавляли свои вот эти вот все хуйни, там, вот этих вот своих а, серверов. Разумеется, мой организм не помойка, поэтому я удалил все эти сервера, добавил нормальные. Захожу на... Arizona Roly Play Channel IP и моего ника в описании, к сожалению, не будет, я захожу и типа 800 на 600, я ставлю 1920 на 1080, все заебись, все нормально работает и все вроде как нормально, а потом опять же захожу на сборку Empire на ту же самую вот эту вот GTA 3 Edition, такая же хуйня. Я не знаю, что происходит. Я, я просто, я хуеваю, блядь. Я сейчас не знаю, какой геймплей вы видите, блядь. Если я как-то все настроил, какую-то нормальную сборку а нашел, что-то нормально сделал, то увидите, наверное, какую-то красивую сборку, блядь. Если нет, то увидите стандартный, блядь, GTA San Andreas с максимальными настройками графики, как бы. Типа, все. И, и, и я просто, я вот, сам деле, я не знаю, чуваки. Я вот и я в самом деле не знаю, что блядь, делать. То есть, мне нужна была красивая сборка для там, знаете, для пролетов а, Камханта, вот как было там в, в кинофильме Последняя закладка а, Там Сансет и вся хуйня, вот как там было типа красиво, вот эти пролетки а, Камханта, мне очень понравилось, очень зрелищно, очень классно. Думаю, что новый а, сам обзор будет состоять из каких-то таких пролеток. Но я не знаю, мы посмотрим, мы посмотрим, как это все можно сделать. Моя а, команда, там где монтажер, знаете, я, где оператор. Постановщик я, где режиссер я, вот и а, там работник со звуком тоже я. Вот мы всей моей командой а, посмотрим, как это можно сделать, и все, вот это вот реализуем, но вот эти вот сборки, блядь, я просто я блядь, я не знаю. Возможно, мне стоит самому собрать сборку, но я в этом вообще нихуя не понимаю. Там какую сборку лучше, какую сборку хуже, откуда можно качать, откуда нельзя качать? Я ж накачал какую-то хуйню, блядь. У меня там аккаунт взломают, там, типа на Ютубе. Да, вы потом заходите сюда, а тут какие-то блядь, а китайские киномультфильмы заливаются, и вы такие, ебать, Дань, нормально канал продал, я такой, да, блять, я не продавал, меня взломали, знаете, как Нефи, и все такое, а Цезарь Крипсет в комментариях еще такой пишет, да не, не, он мне продал канал, он, я сейчас туда вот эти вот а, китайские мультики, блять, заливаю, там все заебись, типа, вот. Ну, ну, я не знаю, чуваки, я вот, я прям вот, я не знаю, если у кого-то есть там, да, я не знаю, какие-то пункты решения все этой хуйни. Просто я не понял. Типа, у меня у одного такие проблемы. Я загуглил вот эти вот два белых квадратика, блядь, на черном фоне. Ни у кого такой хуйни нету, блядь. Я загуглил, блядь, прикропленное какое-то приближенное изображение в 16 на 9, 1920 на 1080. Ни у кого такой хуйни нету. Я, блядь, я сам от себя охуеваю в последнее время. Как, блядь, что, где? Я не знаю, чуваки. Я не знаю, как это, блядь, все работает. Почему все? Вот именно так я не знаю, блядь. Я, я хуеваю просто сам над собой, наверное, уже. Потому что, ну это при ре... Почему вот постоянно у всех все работает, блядь? У меня все как всегда, блядь. Я не знаю, постоянно какие-то проблемы, блядь, вымышленные, которых в интернет заходишь, блядь. Ни у кого таких проблем нету, блядь. Я, я хуею, блядь. Я, я не понимаю, чуваки, блядь. Чё за хуйня? Хотел как лучше получилось, блядь, как всегда. Хотел какой-то красивый геймплей, какой-то красивую графику там сделаю, получилось, бля, как всегда. И я, про я не понимаю, блядь. Я про. я ничего, я, бля, не так делаю. Чё такое? Установил все как обычно, все как нормальные люди, все как у людей, блядь. А тут все как у каких-то не людей, блядь. Я, 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 блядь, я не знаю просто, чуваки, блядь. У меня слов нету, сука. Если у кого-то были какие-то похожие проблемы со сборками, то можете написать, как вы их устранили, там, или сделали какие-то прочие вещи. Так я буду знать, что вы смотрите видеоролик а, практически до конца или уже до конца, я не знаю. А, в общем-то, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока, там, удачи со сборками GTA Samp ютуберов и не только.